У нас вечер. Ходила в магазин, Маше надо было в школу гофрированную бумагу. А у нас ее в магазине нету. Ну, в нашем районе ее никогда нет. Она в город специально ехать. Я говорю, а смысл мне уже ехать в город время 6 часов вечера? Я говорю, что смеешься, Маша? Никуда я уже не поеду ради одной бумаги какую-то искать. Сейчас напишу учителю, что у нас нет бумаги. И все. Потом завтра в городе куплю, дома сделает фотографию, отправит то, что надо было им там сделать, и все. Я что, теперь буду подрываться, бегать и искать? Так, короче говоря, сходила в магазин, купила сгущенку, но сейчас покажу все, что купила. Иду по дороге, светики у нас, дороги, особенно на повороте, автобусы постоянно застревают. Но они как не застревают, они съезжают к каналу, тут на повороте вообще опасно. Дороги плохо почищены. Их, видать, посыпали солью, что ли, чтобы они вот так вот размокли. Это вообще какой-то кошмар, дороги. Вот такие вот дела. Так хорошо, ну, тепло 0 градусов, представляете? Такая благодать, так хорошо. Вот такие вот новости у нас. Ладно, сейчас приду, покажу, что взяла в магазине. И будем с вами оладушки жарить. Все, пришла с магазина. Сейчас переоденемся и будем с вами распаковывать покупочки. Сейчас только ребятишки руки помою с улицы, потому что пришла. Надо помыть ручки. Ручки надо вымыть. И сейчас покажу все, что купила. И будем с вами тесто делать на оладушке. Муж уже печку затопил. Будем делать. Так, ну и поднимаю покупку. Я кефир не убирала сегодня, потому что будем делать. Так, в целом, что взяла? Вот такие вот какие-то мусульманские сосиски, две пачки взяла. Тут каждая по 20 штук. Вот такие вот. Потом лук взяла зеленый. Надо. Надо нам он. Морковку. Да. Пока вам будет. Хорошо, иди пока играй. Селедку такую крупную. Смотрите, какая крупная селедка. Две штуки взяла. Все съедим. Все. Сгущенка. Потому что оладушки, а дети. С вареньем не хотят, им надо со сгущенкой. Потом хлеб, две булки. Вот и все, все покупки. Маша, говорю, бумагу искала, а нету в магазине бумаги. Не знаю, что делать. Сейчас учителю напишем, что у нас нет бумаги, может, что-то поможет как-то. Вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья, пошла я переоденусь и будем с вами жарить оладушки. Так, ну что, дорогие друзья, будем ставить тесто на оладушки. Здесь у меня 2 литра кефира. Я добавила соль, сахар, соду. И начинаю добавлять муку и замешивать тесто. Я всегда замешиваю густое, чтобы ложка стояла. В самом конце добавим еще растительное масло. Муку смотрите уже по своему, как вы любите делать. Хотите делать пожиже тесто, пожалуйста, делайте. Я люблю густое тесто делать, поэтому миксером уже начала делать. И будет очень густое тесто. И сейчас вот муку пока еще добавляю. И сейчас заливаю, видите, растительное масло и тоже перемешиваю. Все, идем жарить оладушки. Так, поставила жарить оладушки. Вот жарим. Буду жарить сразу и на плитке, и на печке. На двух сковородках так быстрее будет. Там медленнее, тут быстрее. Так, дорогие друзья, ужин сегодня у нас легкий. Ну, есть еще, конечно, селедка соленая, если кто захочет поесть. В целом, что нужно? Макароны с сосиской. Сосиски я отварила, вот эти вот, которые вот сегодня купила. Вот они, видите, в упаковке отваренные, стоят еще, кто не ел. Морковка корейская. Также будут еще оладушки. Я жарю их. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, ребята, я продолжаю жарить и пытаюсь ее положить покушать. Я сегодня что, один раз только ела. То одно, то второе, то пятое, то десятое, и времени мне даже поесть. Ты папе про лестницу говорила? Нет, еще не говорила, надо, кстати, сказать.
Зачем вы сварили сосиски? Я хочу мне сосиски. Вареные их надо есть, сырые их не надо есть. Надо. Там у нее, Владик, лесенка сломалась в койке. Там постоянно прыгают на этой нижней лесенке. Это мама там встает на лесенке? Ну да, конечно, мама встает. Как бы, да? Я всегда на койку встаю. Катя себе накладывает макрошки. Сейчас снимешь? Да, снимаю. Сосиской, сосисоном. Я продолжаю жарить. И на плитке жарю, и на печке жарю. Сразу и туда, и мы сюда. Уже вот столько вот нажарила. Но тут еще подбегают, нет-нет, да хватают. Еще макрошки съем. Ты с соевым соусом тоже ешь, что ли? Вот вы меня спрашивали, куда столько я беру соевого соуса? У меня дети их наливают везде, этот соевый соус. Что Егор, что Света. Маш, ты тоже соевый соус ешь? Я его не пробовала. И что? Невкусно? Я его не пробовала. Ты его не пробовала. Ты, Катя, тоже ешь соевый соус? Нет. Да. Короче, поэтому берем большую бутылку, на дольше хватает. Так выгоднее брать, да? Угу. И что, вкусный он? Угу. Фу. Не, я понимаю, с сушами соевый соус. А вот так вот я не понимаю. Ладно, продолжаем готовить. Такой получится мини-мукбанг. Морковка с макаронами и сосиской. Классно. У меня дети просто обожают макароны. Я как-то это... На днях сварили гречку. Представляете, Марина никогда ее не любила. Эту гречку. А тут прям, мама, я хочу гречку. Невероятно. Ребенок израстается, и гречка ей понравилась. Думаю, запеканку, что ли, завтра какую-нибудь сделать. Посмотрите в интернете, какие запеканки-то можно сделать интересные. У нас есть продукты закупить. Денег немного, но надо закупиться. Вот не получается нормально поесть. Все на бегу, на лету. Тут жарится, там жарится, тут же и кушать надо. Это приходится. Туда-сюда обратно бегать. Ладно, продолжаю жарить. Я сегодня, кстати, еще, знаете, что сделала? Забрала планшет с ремонта. Сдавала в ремонт планшет свой старый, престижно. Просто гнездо поменяю. Там гнездо дети повредили, а оно не заряжалось. 600 рублей заплатила за планшет за ремонт. Мы не повредили, туда грязь не попала. Нет, там повреждено было, там просто вдавлено было вовнутрь. Ну, короче, вырвано. Так что вот такие вот дела. Забрала с ремонта, все. Теперь у нас два планшета целых. Вот такие вот дела. Я продолжаю жарить. У меня еще полтазика теста. Просто. Дети за оладушками подходят. Ты еще будешь оладушку? Нет, макароны. А, ты макароны еще? Понятно. Кушают, бегают. А так, в целом, у нас все хорошо. Потихоньку приходим в порядок. Наконец, болезни будут позади. Завтра мне с утра опять в больницу на дневное. Завтра еще плюс УЗИ будет делать. Надо приехать на встречу. Ну, ты дома будешь с Оксаной. Вот такие вот дела. Ладно, продолжаем жарить.